Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайв. У нас есть вот такой лодочный мотор, который поставили на лодку и завели. Чуть-чуть покатались, и у нас случилась беда. Смотрим, побежало масло. Помимо масла у нас еще вот такая эмульсия белого цвета с маслом. Можно сказать, как получился майонез. В общем, ситуация какая? Попадает вода, все перемешивается, а скорее всего из-за того, что шлифованный блок, а головка не шлифованная. Сейчас будем это все исправлять, дорабатывать и шлифовать эту головку. Как будет происходить, смотрите прямо сейчас. Сняли только что 2 соточки, но этого недостаточно, потому что осталась риска предыдущий, скажем так, узор. Сейчас еще будем добавлять и снимать на чистовую. Вот здесь вам особо хорошо видно оставшаяся риска. Фрезернули головку, теперь она у нас
идеально гладкая. Старую прокладку уже использовать не будем. У нас есть абсолютно новая, оригинальная, ямаховская. Вот ее и будем ставить. Вот таким образом. И после этого у нас действительно уже не будет смешивания воды с маслом, не будет никакой эмульсии. Двигатель будет работать исправно и идеально. Будем кататься на лодке и отдыхать на природе. А это с вами был Иван, канал Юрганов Лайф. Друзья, если вам это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, поддержите канал Юрганов Лайф подпиской. Ну а я с вами Иван, прощаюсь, до новых встреч и говорю вам пока. Пока!